значит, и такое, вот такое. Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный. Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, спешу сообщить. Сколько бы у женщины не было детей, самый младший все равно муж. Давно хотел спросить, почему вы с подружками в туалет парами ходите? Ну, а вдруг там это, маньяк в кустах? Ага, и тут вы такие. Сегодня у нас акция «Две жертвы по одной цене». Жила-была одна маленькая девочка, и вот однажды, темной-темной ночью, ей исполнилось 47 лет. «Графиня, а почему вон арбуз не кушаете?» «Ой, да ну его, ухи пачкает!» Одно из правил жизни – не нравится – меняй, не меняешь – не ноль. С целью создания семьи познакомлюсь с мужчиной. Ну, чтобы я могла вас узнать при встрече, ой, держите в руках норковую шубу 46 размера. Да ладно, а ты что, девственница? Ну почему ты так уверена, что у него это тоже в первый раз? Точно знаю, точно. У него эта штука еще в целлофановом пакете была. Не надо мужчин в ЗАГСе спрашивать всякую ерунду про горе и радость. Нужно сразу спрашивать, готов ли он быть голодным, виноватым и вечно обязанным. Охотники целых 7 часов шли по следу косолапого лесника, думая, что это медведь. И финансовый совет, друзья. Если вам не хватает денег, то надо просто стать богатым, и тогда денег будет хватать на все. И на этой смешной ноте будем с вами прощаться. Ставьте тете Моте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!